Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. В день выкладываю по 2-3 видео, и все они касаются любых тем, которые проскакивают в нашей игре. Новости, новые машины, обязательно прокрут всех рулеток, открытие контейнеров и многое-многое другое уже ждет вас на канале и будет ждать в будущем. Главное, ребят, для того, чтобы это все не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк данному видео и жмите на колокольчик, чтобы получать соответствующие уведомления. Ну а в данном видео откроем 20 контейнеров на Elephant'а. Ну и, соответственно, гарантом заберем себе как минимум одну машину, а глядишь, если повезет, то еще и компенсацию получу, если тачка выпадет мне повторением, ну а желательно несколько раз. Изначально, ребят, я говорил о том, что забрать себе Elephant'а без доплаты голдой практически нереально, и смогут это сделать только самые рукастые игроки, но, как оказалось, ивент не настолько сложный, как предполагал я, ну и, соответственно, в данном случае я забираю себе Elephant'а не просто за 10 вот этих детонаторов, а беру его из контейнеров. Почему именно так? Потому что открывая все 20 контейнеров, вы гарантом забираете себе танчик, но при этом есть возможность получения легендарного внешнего вида, ну и есть вероятность того, что перед тем, как вы заберете гарантированно за 20 талисманов себе машину, вы получите Elephant'а еще, ну а значит получите компенсацию 3750. Изначально я планировал просто забрать Elephant'а и на этом успокоиться, но когда понял, что сложности в получении контейнеров по большому счету нет, решил не забирать себе Elephant'а гарантом. Плюс к тому, стоит отметить, что делаю это за 7 дней до окончания игрового события, и в целом за 7 дней у меня есть возможность заработать еще 10 детонаторов, еще раз взять себе Elephant'а и еще раз получить компенсацию. Короче говоря, ребят, если вы набрали более 10 вот этих детонаторов уже, или приближаетесь к этой цифре, не торопитесь их обналичивать. Лучше попытайтесь добить до 20 и сделать так, как это делаю я. Ну что, ребят, давайте будем открывать, смотрим, что у нас с этого получится. Забираем первый контейнер, смотрим. В любом случае, Elephant у меня уже в кармане, и каждый выпадающий мне добавляет 3750 в копилку. Так, пока не очень доволен. Хотелось бы, конечно, чтобы было что-то поинтереснее, но в любом случае бустеры падают уже неплохо. Я имею в виду бустеры на голду, потому что обычные бустеры меня не сильно интересуют. Ну а каждый бустер — это потенциальная голда, особенно если играть на десятках. Тогда за победу 20 золота получаешь, а за проигрыш 10. Так, ну окей, хорошо. Военная тайна, камуфляж. Что он собой представляет, интересно посмотреть. Ну, слушайте, довольно неплохо. Я лично не против. Нормально выглядит. Честно говоря, думал, что будет что-то прям совсем дешманское и неинтересное. Но оказалось, что довольно симпатично. Блин, слушайте, не падает ни танк, ни легендарный внешний вид. Мне писали, что выпадал прям с первого, со второго контейнера, кому-то с третьего. Мне вот, пожалуйста, уже 6 контейнеров открыли, танка нет и нет легендарного внешнего вида на него, что меня еще больше удручает. Нету, блин. Ну нету, слушайте. 7 контейнеров и до сих пор нет танка. Что ж такое? Ну я так хотел получить компенсацию. Да, да, вот он. Нет. Ну почему? Почему нет танка? Не, зато есть, смотрите что, да, то есть легендарный внешний вид я все-таки забрал, уже круто, уже хорошо, но блин, ну хочется, чтобы выпал танчик для того, чтобы получить голды дополнительно, и желательно, чтобы он выпал 2 раза, но он, блин, даже один не выпадает за 9 контейнеров. А бедняк, ребят, половину контейнеров уже открыл, и давай здесь мне, давай его здесь, давай. Ну, блин. Ну, слушайте, 10 контейнеров, ни одного Elephant'а. Ну, как так может быть? Нет, я понимаю, там 2% вероятность выпадения, все дела, но, блин, всем падало. Черчилль. Черчилль 3 у меня в коллекции был, соответственно, получу компенсацию 500 000 серебром. Ну, ладно, бог с ним, не сильно-то я за ними гонялся, но... 2 раза Черчилль. Да вы мне лучше 2 раза Elephant'а дали, а не 2 раза Черчилля. Причем 2 раза подряд, блин. 1 000 000 серебром в копилку. Ну это ужас, ребят, серьезно. Если сейчас за 20 контейнеров мне, точнее за 19 контейнеров мне ни разу Elephant не выпадет, я расстроюсь, серьезно. Я буду в ярости. Ну просто я даже, блин, сам смотрел на просторах YouTube открытие другими ребятами этих контейнеров, и ребята брали себе кто-то даже по 2, блин. Забирал просто из контов и потом еще гарантом в конце получал. У меня он, пожалуйста, 16 контейнеров, блин. 16 из 20, блин, ни одного танка.
Но будьте вы людьми, ну что ж вы издеваетесь-то, я столько потел. Черчилль три раза, блин, три раза Черчилль третий. Три. Все, я понял, нифига не будет. Ну это нереально, я вообще... Четыре раза Черчилль, это кошмар, это кошмар. Ну как так? Ну блин, ну реально, ну тут-то пять раз Черчилль. Пять раз, блин, я не заказывал Черчилля. Я в шоке, ребят. Короче, не получаю ни черта. Вот сейчас просто мне выпадет он, и на этом все закончится. Ну окей, хорошо, я забрал себе машину гарантом, но только мой план провалился с треском. Я не получаю никакой компенсации, так как это было у других ребят. Я просто забираю себе машину, и теперь для того, чтобы получить 3750, мне необходимо еще забрать 10 детонаторов. И уже, честно говоря, даже и не знаю, есть у меня желание этим заниматься или нет. Но я показываю у себя на канале все таким, какое оно есть. И вот вам, пожалуйста, 20 контейнеров открыл. Ни разу не выпал танк, просто получил его гарантом из 20-го контейнера. Если вы за честность автора на его канале, если вы против всякого рода нарезок, которые будут вас к чему-то агитировать и будут от вас скрывать всякие недочеты в чем-либо в нашей игре, то обязательно подписывайтесь на канал. В жизни никого не обману и показываю, как я уже говорил, все таким, какое оно есть на самом деле. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.